Всех приветствую. Сегодня 3 июля, время 7:30 вечера. Жара. Сегодня типа смерча было. Мы слезли в повалку. У меня наоборот расползлось давление вниз, а пульс высокий. У Лизы высокое давление. И плохо с утра. Вот, смотрим. У нас ведутся по-прежнему работы. Строители ни по чем, ни жара, ни смерч, ни ураган. Так, у них все хорошо. Сегодня копали и заливали. Ребята, они даже засыпали, смотрите. Я это даже упустила. Смотрите, они засыпали даже траншеи. Заложили трубы и засыпали грунтом, чтобы мог ездить у них вот их вот этот экскаватор. Там тоже работы ведутся. Так, здесь что, ребят? У нас, смотрите, как они хорошо уже... В воскресенье у них был выходной. Но они до этого срока залили вот правую часть. Смотрите, опалубка снята. Сейчас монтируют вот самый крайний вот этот угол. Видите? В каске он понесся. Начальник... Черного цвета уже руки. Загорел уже он от этого солнцепека. У этого кабина закрыта двери. У крановщика. Монтирует, видите, они опалубку. Подает он им. Крановщик подает опалубку. Потому что обвязка уже была. Видите, лазит поверху парень. Все, видите, в жилетках, в касках. Технику безопасности ребята соблюдают здесь по этому настилу, по желтым, видите, швеллерам. Они арматуру кладут. Утром были ленточки, сейчас тоже вон по контуру, чтобы они не выпали, видать, за контур. Ленточки у них навязаны. Так, там я вот не была, не знаю даже, что там с домом тем, которые разрушили, убирают они мусор или нет. Погодка ясная сейчас. Всем удачного вечера. Так, ребята, всем привет. Сегодня 3 июля, а время 20 часов. Я насчет своего кишечника, значит, тему... Антибиотиков сейчас решила. Вот. У меня дивертикулез кишечника. То есть это выпячивание стенок мышечной ткани. Вот. И по большому счету мне делали, честно говоря, через боль. В остром периоде запрещено делать колоноскопию. Вот. Вот так вот. Значит, надо пропить антибиотик каждые 8 часов. Я сейчас только что его купила, 1500 он стоит. Вот. И плюс всякие бифидумбактерии. Но это у меня есть. Вот то, что я бифидум пила уже в феврале. Вот, ну, клево. Это как бы я, ну, в нужном направлении делала тему. Вот, но мне надо также было антибиотик пропить. Ну, а чтобы его пропить, надо было обследование. А обследование, я читала, бывает более щадящее. Там с контрастным веществом, УЗИ, ну вот в таком духе. Вот, ну ладно, что сделано, то сделано. Вот. Так что будем лечиться. Вот, у нас сегодня погода была чуть не шторм, прям вот серое что-то, серое, ветер у меня там, последний этаж, что-то там крутилось на чердаке, вот. Сейчас вроде, ну, как бы распогодилась погода. Это хорошо. Вот. Поэтому я вот вечерком сейчас выскочила в аптеку. Вот. Ну, все удалось мне купить. Вот. Так что буду принимать. Пока моя врач болеет и выйдет только 15-го, а сегодня 3-е, я за 7 дней как раз уже препараты пролечусь. Вот. Что, ребят, неужели закончен рабочий день?
не факт. Может, даже и не закончен. Вот. Вчера я заплатила, я вам говорила, брокерский платеж у меня. Брокер с таможни. С Озона. Сам Озон это дублирует, что надо заплатить таможенный сбор. Что там квитанция прям выписана. На что? Вес. Что шлифмашинка. Там Bosch. ЖТР 550. Вес 10,3 килограмма. Моя фамилия, имя, отчество, мой паспорт. Вот, значит, и таможенный там вот этот сбор. Вот, и если я не заплатила бы до 12-го, то эта машинка бы ушла бы обратно продавцу. Вот. То есть, в принципе, если бы вот пылесос он меня выслал, этот Левандрос, то можно было бы не платить, я понимаю, так таможенный сбор. И он обратно уйдет продавцу. Это как выход из ситуации. Всем удачного дня и хорошего настроения. Пока!